Девчонки, привет всем! В общем, я получила свои мелочки, я вам уже говорила. Но я открыла, оно было в открытом пакете. Это у меня украинские мелочки я получила с Украины. То есть здесь Севрюкова. Вот, пожалуйста. Здесь у меня Северский. Это желтая глина. Видно, наверное. Это подарочек они мне положили такой. Вот. Написано Краматорский. Вот подарочек такой. Еще одна желтая глина. 2 килограмма желтой глины заказала. Еще Севрюкова. И Белгородский. Они все мне пришли по килограмму. И еще вот такая. Такая вот прелесть. Но сейчас ее хочу с вами вместе открыть. Потому что тот пакетик я без вас открыла. Но здесь тоже у меня немного. 5 килограммов. Ну, у меня там на запасе еще где-то килограмма 3 было. Вот. Это привезла девушка с России. Прилетела она у нас в Анталию. С Анталии она поехала в Манавгат. И вот с Манавгата уже встретили знакомые. И отправили. Вот это ее уже свои собственные упаковки. Она сказала, что пакеты рвутся. Я их упакую в другие пакеты. Ну вот, так, это уже вам ничего не видно. Оказывается. Вот так она упаковала в несколько пакетов. И тут такой вот, наверное, просто мы его отрежем. Ах, наконец-то. Вот что-то здесь написано у нас. Шедевр. Мел шедевр. Похрустим, наверное, маленько, да? Вот таким кусочком. Шедевр мел вкусный. Это дошла тоже через седьмые руки до меня. Это Феникс. Попробуем. Thank you.
упаковок, конечно же, пакеты, собственно, есть уже. Ну вот. Кстати, феникс, да? Такой был феникс. Тоже вкусный. Мне понравился. По сравнению с украинскими, даже суховат. Ой, этот жирноват. Украинские очень сухие все. Ну, лисичанский жирный. Остальные сухие. Это вот пунька. Сейчас вас увижу. Она такая пыльная. Вот так вам сделаю. Ну вообще атас. Вот сидя, ну как сидя поешь? Покушаем, да?